вы самые молодые, самые активные, вы знаете очень хорошо болевые точки каждого муниципального образования, где живете, где живут ваши друзья, товарищи. У вас есть информационные возможности, вы возглавляете здесь даже смену по медиа. Медиа, да. Очевидно, что у вас есть понимание и знание, как можно настроить информационную сеть так, чтобы вытаскивать проблемные вопросы максимально быстро и хорошо отрабатывать. В рамках нашей с вами работы сделаем такой штаб по содействию программе социально-экономического развития. Мы ее сейчас формируем, правительство. Это будет такая системная рамка, в которой каждое муниципальное образование будет видеть на 5 лет вперед. Развитие инфраструктурное по образованию, по здравоохранению. Каждая большая отрасль также будет отдельно там описана. Мы формируем такие предметные системные планы, что мы будем делать как правительство, чтобы достигать тех целей, которые нам поставил президент. Давайте к этой работе подключимся. Вы подключитесь.